Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, смотрите продолжение сетевой партии за Майю в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых. Начало в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть сначала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Вам всем приятного продолжения просмотра и, пожалуйста, не забывайте делать шортсы, ставить лайки, оставлять комментарии. Так, тут у нас будет обсерватория. Вроде все, да. Тут у нас будет центр коммерции. Тут, видимо, промышленная зона. Ты караваны отправляешь на Нуби. Тут тоже центр коммерции. О, я включаю. Да, минус. Я в ГГшку сейчас следующую к тебе кину. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, без шансов. У меня просто не влазит никуда город здесь. Даже, если не считать нумибийский город, у меня просто не влазит. Я не понимаю, как я тут считал. Так, парни, смотрите, с Зерена опять пропали юниты. Я их просто не вижу, типа они куда-то пошли. Если ты его сюзерен, может ты перестал быть сюзереном, как такой вариант? Смотрите, я сюзерен, это 100%. Я вижу обзор юнитов или нет? Видишь. Да. Ну, короче, они пропали. С 50 есть, с 51 все пропадают. Может, ГГшка их удаляет? Кстати. Может, да. Типа там вот было стены, что-то там 50 обороны. Бах, на исход 0 мечников, 30 обороны. О, слушай, а Сидинга отваливается просто по лояльности. Ну это легко фиксится, да, давай, забирай. Я еще в мечнике не апаю специально, чтобы защита не падала. Не увеличивалась, ты имеешь в виду? Да. Успел выйти. Ну, пойду сюда ставить город. У меня, видите, у меня все-таки походу минус 2 города все-таки. Вот тут не влазит никак. Ты, Леш, ведешь еще кого-нибудь или нет? Веду, там варвары еще снизу мешают. Вот видишь, убил сейчас скаута варварского. Лёш, ученый. Что? Ученый, или это не у тебя? А, у меня. Может почитать проекты на этого ученого. Пять ходов. Блин. Да, что-то я вообще не успеваю. Слушайте, а у нас таймер динамический или ты поставил какой-то? Динамический стоит. Блин.
Забрали того ученого. Ясно. Можно было не читать. Так, блин, соседство. Так, первый посол некуда нам отправлять. Ты не перекупить, а просто чтобы три посла было, мы когда замиримся. Где я не успел еще? В Ушмале? Бля, я тупо не успеваю просто походить. Блин, я... Табак на продажу. Я надеюсь, у меня скаут сейчас не сгорит в лесу. Англия, не трогай арму. Нормально, нормально. Что нормально? Ну, ее не будет. Не, она будет. Нормально, нормально. Все, мы дальше дружить будем? Это кто? Это Корея. А, Роберт, это ты? Да, давай. Лёша, мы как с тобой дружить будем? Да, я ж... Мне тут города расставить, и все, я ж не буду никого... Не собираюсь ни на кого нападать. Самая мирная майя в мире. Нет, слушай, один ход. Надо, чтобы Лян сначала приехала. Так, майя, они и есть мирные, это ж защитная цивилизация. Как бы немножко бессмысленно на кого-то нападать. Так а кто говорил, что арму не трожь, какая нация? Эфиоп. Понял. Не, ну тут соседство священных мест маловато дает, не буду. Блин, вот этот, конечно, дебильный ученый. Зря я почитал. Так, ну по идее, следующим ходом возьму я его. Мне так кажется. Только не сохрани случайно. Ну да. Вижу акведуки где. Я уже тоже вижу, где акведуки. Дорогая, это... А, блин, тут скаут, сначала... Золотой город сейчас Лёша воюет. Домой скаут идет. Ладно, надо убрать тропический, да? Лес здесь. Может, сейчас лёд, потом поставлю опять улучшение. Торговать. Я, конечно, так и не понял, как бы Лёша упорол. Ну ладно. Что, что? Ну, типа там, если взять защитника Веры, Виктора и типа все, типа в дальнобой, как ты бы не забрал, типа, город. Наверное. Ну, я бы не забрал, несомненно, но. То есть, ну, получается, просто ты. Убираешь мне два города. Ну, а чё мне было бы делать тогда?
Ну, не спорю, что я не забрал бы, если бы ты постарался, но я бы воевал бы все равно. То есть это же не вопрос, типа, как это, кто лучше воюет. Вопрос вот компромисса, как города поставить. У меня чисто одна клетка. И у меня просто не влазят два города из-за этого. А, блин, чуть-чуть не хватает. Ладно, следующим ходом. Так, мне осталось 2 очка и 4 хода. И много там всадников будет идти. Это я только одного вижу. Отдыхай, отдыхай. Слушайте, а какая теха дает возможность фермы на холмах строить? Строительная инженерия вроде. Civil engineering, да, строительная, по-моему, инженерия. Ой, это далеко. Ладно, я не знаю, зачем мне арма, но у меня такое место. У меня один город стоит вообще без ничего, второй что-то есть, третий без ничего. Столица возле воды вниз никуда расти, только расти вверх, вправо. Сначала. Все, слева я оставлю все зелено, то есть мне надо убивать арму и вправо-вверх, и вправо. Хорошая здесь у тебя. Обсерватория долго строится. Так. А вот это нечестно. Не благодари. Так, а где нам тут ставить? Так, я вот тут хотел ромашку делать. Так что, сюда, что ли, обсерват? Нет, это дебильно. Так, может мне религию укрепить? Я, правда, храм еще не построен. 4 хода. Да, у меня получается, тут никуда не вылазит город в 6-й клетке. Печалька. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Да.
Ну, типа, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Вот видите, вот этот радиус, это, оказывается, седьмой. Я как-то хреново посчитал. Из-за этих гор не могу сообразить, где мне тут обсерваторию ставить. Похоже, вот в этом городе обсерваторию тут надо сделать. А в Каригу, наверное, вот здесь. И, наверное, пока амбар будем. Или вообще древние стены давайте. Вселенцы. Тут пока все оставляем. Так, я, во-первых, могу воина апнуть, это одно очко. И может лошадь купить. Всадников я открыл. У меня два хода вообще еще, может ее построить. Два хода. Пить лошадь 160. Значит, апаем. Так. Если я сюда поставлю, где мне игра предлагает, мне тогда сюда не влезет город. Походу, мне не надо будет брать, я всех поселенцев построю. Давайте, пока у нас есть возможность с большим, я бы перса обратил. У нас просто 5 зарядов будет. Имхо, это круто. Нет, тут, наверное, ничего не меняем. Все еще поселенцы и рабочие. Так, и мне купить лошадь надо... ...160, у меня будет 137. То есть мне не хватает 27 монет. Кореец, предложение, отдам 35. Окей. Okay. Так, лошадь, наверное... Кобик? Нет, ладно, в столице куплю. Или в Киригу и куплю его. Все, в золотой век мы вышли.
Я не буду пока этим распространять. Этот у нас как скаут будет. Потому что одно распространение осталось. Зачем мне его тратить? А, денег нет пока. Но вы держитесь. К персу отправляем. Арчи, я, кстати, жду возвращения по кредиту. Сейчас я верну. Отдаю эти клетки, потому что Магнус сидит. То есть он больше даст за вырубку. Потом обратно возвращаю. Отправил. Ну, собственно, последний поселенец получается. Уже на следующем заберу. Сюда идет, сюда идет. И в итоге... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять из 12. Минус 3 города. А что это за обход вот тут? Там какой-то юнит, что ли? Чужой. Я вообще, наверное, бананы соберу. Так. Или взять монументальность, чтобы рабочих покупать. Давайте так, наверное, и сделаем. Тут дострою поселенца в любом случае. А рабочих уже за веру. Копание постоянно. Так, тут гавань. Это нужен табак? Есть у кого чем поторговать? Смотри, у Ноби у меня там разные есть резы. Так, кстати, а тут давайте, может, сюда, обсерваторию. Это пока, 5 сяк, погоди. Нет, ну вообще священку сюда можно. Так, парни, как в Макхиме есть редкие ресурсы? Просто через второму зайти... легче всего. Давайте, может, создание строителей убрать? Не, наверное, тоже оставляем. Вижу, Нубия хочет себе апельсин, да. Только надо что-то поменять взамен. Так что, Нубия, ничего не меняется. Погоди, погоди, я пока не... Просто скажи, что чем ты ему сможешь торговать? А, гипсом... Ля... Хотя нет, ну, ладно, я... Все, помочу. Мне хватает. Мне хватает гипса. Давайте рейндж. Плюс 5. Давайте. Викинги задолбали. Что, удвоим? Давайте что-то неправильное. Ученых, может? Всех компуса ставят. Отменим ученых? Нет, удвоим. Адмиралов. Давайте не начислять этих пророков, да и все. А уже не, все взяли, удвоим. Да? Давайте удвоим что-нибудь. Там давайте что-то нейтральное удвоим, там музыкантов. Потому что ученые слишком хорошо. Ну, для всех. Друзья, за что? А почему я... Я за то, что Шунан Тунич... Галочки эпохи, что-то не пойму. У меня должно быть все в фермах, на самом деле. Все. Ну, в плантациях и фермах. Естественно. Но плантации не везде нужны.
На самом деле, вот эти бананы можно было и собрать. Вот эта плантация только нужна, потому что соседство обсерватории дает. Нафига мели? Ближний бой. Так, а когда мы мир можем предложение Нубия? Тут еще у чуда получается. Так, и два хода как раз поселенец. Кстати, можно убирать Магнуса, менять. У меня только пингало сел. Так, куда мы Магнуса перебросим? Какой-то из нового города, даже Шунантунич как раз. Так, где мы здесь? Ну, я, наверное, обсерваторию тут решил ставить. Соответственно, от этого города можно будет обсерваторию тут поставить. Так, слушай, а что я пошел сюда? Сюда, наверное, надо. Блин, мне надо рабочих покупать. Блин, мне мало денег на выкуп клеток. Ни одной единицы селитра, кайф. Тут, конечно, нам бы священные места на реках надо ставить, но тут священное место даст просто больше очков, а у Кобы нет вообще реки, куда мне священное место поставить. Так что сюда будем. И то не факт, что сейчас. Так, ускорил там что-то. Водяную мельницу, две галеры. Вообще надо в деньги выходить. Без двух галер. Ну, обсерваторию тут надо ставить. Ладно, начнем с гавани. В этом городе. Две галеры я уже не успею, так что и нету смысла пытаться. Так, стоп, а у меня тут был... Перс, чего у тебя твои города варвары осаждают? Это кошмар какой-то. У меня внизу два лагеря и слева еще один лагерь. А что, их убить сложно, да? Там легионы ходят и эти уже после... У меня миссионер был скаутом, так у меня где-то в центре твоей империи просто скаута убили. Ну, в смысле, я имею в виду миссионера, варвары. Я отбиваюсь, я вот иду к ним убивать их. Грего, что там по гипсу?
Дезинформировал тебя, пока нет. Так что никто не хочет табак? Есть у кого что торговать? Апельсин есть? Может, выкуп клеток как раз поставить. Три у Перси, если... У меня есть апельсины, могу потратить на табак, если тебе надо. Давай, давай, предлагай. Какая нация? Корея. А вот смотрите, мы трейдим эти ресурсы, они трейдят только довольствие или что-то еще? Ну, то есть там табак дает веру, он дает тебе потом веру, правильно? Или нет? Нет, он дает мне просто один ресурс довольства, можно сказать. Ясно. Так, к какому городу это? Ага, Кобе, все верно. Ну вот это, Грега, если табак еще тебе будет нужен, то у меня еще есть. Англия, дай пройти. Так, священное место, я еще тут думал. Наверное, вот сюда, в Поленке. Наверное, с гавани. Или... Пожалуйста, или... У меня посел отжали, я его догоняю. Только посел не забирай, плес. Блин, ну сюда надо дамбу. Не, значит, тут гавань будем, мне не хватает места. Мне надо священное место на реке. Тут у нас ферма будет, так что священное место только здесь. Так что гавань тут. Или пока вообще рабочего сделаем. Я бы просто тут со священного места, а не с гавани начинал. Так, вырубаю. И, в общем-то, вот теперь можно Магнуса пересадить. Шунан Тунич. Ну и Пингалу, соответственно, в столицу. Так, тут я отложу один ход, я хочу центр коммерции тут сразу начать делать. Леша, это с твоей стороны тут варвары еще. С моей? У меня нету варваров. Да, с твоей, со стороны таруги идут. Так это не моя сторона. Я сверху. А, у тебя ты справа, я понял. Значит, от Нубии. И от Англии идут. Вот я вижу, у Англии один прям около нее лагерь, и она ничего не делает. Чего Нубия? Нубия всех разогнала, кого можно. Ну, видимо, не всех. Да, надо засоюзить Таругу, кстати. Вот прямо от твоего города идут. От моего это от какого? Ну вот от Таруги где-то справа есть лагерь. А Таруга здесь, я при чем здесь, если я там не живу? Что такое Пасарга? А, 9 жителей. Тяжело Пасарга. А сколько городов у Перса? Что, 4 штуки? 4 штуки. Леша, верни, пожалуйста, деньги. Так. Я объявляю банкротство. Я тебя понял. Ладно, ладно. Thank you.
Просто не успеваю ходить скаутами, поэтому на автоматах. Надо выкупать клетки, но пока я думаю, у меня только пока одну какую-то клетку явно можно купить. Денег вообще нету, хотя карточка на выкуп клеток стоит. Но у меня кампус на плюс 6. 4 фермы и 2 плантации. Парни, а что такое кампус? Ну, обсерватория. Да я шучу. Фига ты юморной. А просто у меня их нет. Еще рофлит еще. Ну я сейчас добью посева. Да, блядь! Блядь! Не ругайся. Я бы не забирал, если бы он был без юнита, но он мне сейчас гадить будет. Кто, поселенец? Нет, там латник же был. Я был уверен, что ты его убьешь. Да, и ты спровоцировал меня на это. А чё ты хотел, чтобы он бегал по моей территории? И как ты его убить хотел? Если ты в любом случае... Я бы подождал еще один ход. Ну, а он... Так, священочку, он, сказать, вот сюда хорошо встанет. Плюс 4 даст. Ладно. Ну, просто это такой тупиз, у меня там столько ходов. Ждал. А на обогащенных, получается, холмах этим вулканом можно строить фермы, да? Сразу. Да. Да. На вулканической почве можно строить. Это круто. Зачем строить на вулканичной почве, когда дают 6 еды и так? Зачем там ферма? Соседство для кампуса. Понял. Более того, мне еще кампус моим фермам тоже дает. То есть я просто обязан строить кампуса и вокруг них фермы. Конечно, выбор варвары делают прям в городе. В Эль-Мирадор. Либо на речке поставить, либо соседство с чудом. Это вот откуда-то сверху пришли. Лёша, мне было бы комфортнее с тобой как-то посоюзничать и чтобы не строить военники в твою сторону. Ну, пожалуйста. Я не понимаю, что вы считаете, что я должен нападать. У нас была одна тёрка, мы её решили. Агрессор. Да, конечно, Майя очень, знаете что, очень, вот время
убегает очень быстро. Реально, Майя требует больше времени думать. Вот в сетевой это важно. Мы просто не успеваем подумать нормально. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.